Привет. Сегодня как раз такой день, что хочется сидеть дома, пасмурная погода, никого нету. Я надеюсь, вы заценили эту подборку драматических кадров и так далее. Но это вот по моему замыслу выглядит примерно все улицы и дворы Кременчуга. В такие дни ничего не хочется делать, поэтому я заставил себя выйти и что-то начинать снимать. Не факт, что получится что-то красивое, но дело в том, что если ты ничего не будешь делать, то ничего и не будет. Поэтому получилось так, что по-любому какие-то красивые кадры я наснимал. Может быть, они какие-то специфические для кого-то. Для меня они вполне интересные. Поэтому сегодняшний влог будет как раз перебиваться какими-то странными кадрами, либо какими-то странными мыслями. Иногда я ловлю себя на мысли о том, что из этого получится. Вот я хожу, снимаю и словил все-таки на том, что никогда не знаешь, что получится. Поэтому это еще один эксперимент. И можно, в принципе, экспериментировать до бесконечности. Потому что каждый раз он будет не такой, как прошлый. Где-то сидел вот 2 минуты, думал, что сказать, и понял, что у меня часто возникают мысли, типа, блин, а сейчас скажу что-то неправильно, друзья неправильно подумают, это еще и родственники будут смотреть, либо родители, и ты такой думаешь, черт, надо сделать что-то без ошибки. А в итоге получается так, что люди часто думают о том, что все получится все и сразу. Иногда, когда ты делаешь монтаж видео, ты думаешь, так, вот здесь, если у меня уже не получилось на монтаже, надо переделать. Надо переделать, чтобы было идеально. А по факту идеально не получается сразу. Оно получается только постепенно и по шагам. Я надеюсь, что это немножко вас взбодрит. Тех людей, которые смотрят это видео, поймите, что нужно все делать по шагам. И тогда все это будет у вас получаться. Я вот сейчас иду и понимаю, что вокруг все такое старое, ржавое, никому не нужное. О, живое существо. Эти кадры можно с легкостью выдать за какие-то кадры из Припяти. И озвучить это все, к примеру, голосом Птушкина. Мне сложно объяснить словами, что такое 5 дней в зоне и что вообще такое зона, по моим ощущениям. Но, пожалуй, это, наверное, самое атмосферное место из всех мест в 73 странах, в которых я был. Зона — это территория, на которой человек изгнан руками собственного творения. Как результат, здесь абсолютное буйство природы, которое практически не страдает от внешнего вмешательства. А еще пришла мысль о том, чтобы не было скучно смотреть видео, оно должно быть динамичным. И в принципе это все легко исправить. Просто большая нарезка всяких кадров, звуков, саунд-дизайна, все вместе. И самое главное, должна быть история. Ну, к примеру... Как вам? Фу. Актерская игра на высшем уровне. Еще я заметил такую штуку, что большинство людей хотят смотреть на ютубе что-то веселое, развлекательное, в принципе, если они не ищут, как сделать то, как сделать это. И самая важная штука, которая сейчас есть, это эмоции. Любят реально людей, которые такие эмоционально открытые и так далее. Поэтому... Я заметил в своих видео, что в последнее время я вот какой-то грустный. Надо, наверное, посмотреть побольше чего-то позитивного, и тогда будет чем с вами поделиться. Потому как сейчас карантин, никаких заказов по видео, ничего не происходит. В принципе, вся информация, которая есть на ютубе, она немножко устаревает и так далее. И
хотелось бы вам показывать какие-то определенные классные моменты, которые происходят на съемках или что-то типа того, чтобы было чему научиться самому и показать, чему можно научить вас. А пока что, в принципе, карантин все дело попортил. А еще вполне возможно будет такая штука, когда я сяду за монтажный стол и думать буду, о, сейчас все получится, в итоге получится... А я такой...